Сигареты – это первый враг для здоровья человека. Каждый год по всему миру из-за пассивного курения умирает более 2,5 миллионов человек. Всемирной организации здравоохранения курение уже рассматривается как чума 21 века. Однако по причине возникновения привыкания и трудностей с отказом от табака количество курильщиков в мире по-прежнему исчисляется миллионами. Итак, существует ли безопасный и здоровый способ, который сможет помочь постепенно бросить курить? Биофотонная карточка вкладыш Хуашен для сигарет. Снижение вреда от сигарет, здоровый отказ от курения. Биофотонная карточка вкладыш Хуашень для сигарет изготовлена на основе различных натуральных биологических лекарственных материалов при использовании нанометрических некристаллических технологий. Биофотонные волны длиной 5-25 микрон, излучаемые карточкой вкладышем, вступают в резонанс с вредными веществами, содержащимися в табаке, и преобразовывают таким образом агрегатное состояние смол и никотина, что значительно снижает их токсичность и крепость, постепенно снижает объем всасываемого никотина, облегчает никотиновую зависимость, помогая бросающим курить постепенно избавиться от табакозависимости, предотвращая возникновение абсистентного синдрома и осуществляя тем самым здоровый отказ от курения. Внутри карточки вкладыша имеется множество микропор, обладающих огромной удельной поверхностью и высокой поверхностной активностью. Кроме этого, карточка обладает мощными абсорбционными свойствами в отношении смол, никотина и других вредных веществ, содержащихся в табаке. Через 15-20 минут после помещения карточки вкладыша в пачку сигарет, сигаретный дым становится менее терпким, а аромат более мягким. Карточка-вкладыш снижает содержание смол, устраняет избыток мокроты, снимает сухость во рту, чувство дискомфорта в горле и другие отрицательные реакции организма курильщика, а кроме того, уменьшает вред от пассивного курения. Отказ от курения тоже может быть легким. Восстановление здоровья, забота о себе и окружающих. Биофотонная карточка-вкладыш Хуашень для сигарет.